Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. Он что, офигел там? Акаки, слезай с этого дерева, сейчас тебя люблю. Ты что сделал? Почему за тобой идет песок? Так я сегодня весь мир превращаю в песок. Каким образом? У тебя что, ботинки какие-то новые, старые? Либо ты уже все состарился, и с тебя песок уже сыпется. Так я в пустыне побывал, 10 лет там находился, выживал. У меня теперь все кроссовки, это полных песка. Нифига себе, неплохо. Так я не понял, а ты что здесь забыл? Какой-то ролик там снимаешь? Ну да, я снимал выживание. Просто как я выживаю в мире 12 часов. Ну я тебя поздравляю, ты попал теперь в мир полностью из песка. Готовься заполнять весь мир песком. Только как я... Одну секундочку, я сейчас буквально тебе подсыплю немножко песочка. Вот, все, готово, проверяй. Чего? Вот и все, теперь не только я полностью в песке. Ты что наделал, зачем? Да, Каки, да. Сверху ты можешь видеть заполнение мира песком. Это специальная графа, где нам написано, сколько процентов мы уже заполнили. И пока что это всего лишь 1%. Ну, да. Подожди, и вроде бы 1 лайк на видео. Почему только 1 лайк на видео? А потому что вот 1%, 1 лайк. Я все понял. Друзья, по прогрессу заполнения мира песком нужно ставить лайки. Но это фигня все равно получается. А, да, это 100 лайков будет всего лишь. Слушай, а давай тогда типа прогрессия. 1 лайк вот на 2% умножается на 2, и так каждый процент умножается. Господи, это 2 в сотой степени! Чё? Так, куда-то мы уже математику полезли, что-то не то. 2 в сотой. Ладно, сейчас посчитаю. Значит, 4, 8. Ты загибай пальцы. Ага, да-да-да, да, да. Ну я могу только один большой загнуть, ладно. 4, 128. Э, куда ты пошел? Слушай, подожди, а что это за фигня? Почему даже деревья превращаются в кактус? Почему они не превращаются в песок? Да, где листва вообще вся? Больше никаких деревьев. Ты прикинь, мы с тобой не сможем добыть дерево. И ты наверняка спросишь, а как тогда добывать вообще инструменты, крафтить их и все остальное? Нет, я задам вопрос, как сделать кнопку теперь. О, кнопку ты не сделаешь, но зато как и смотри внимательно. Я прямо сейчас добываю этот кактус. И ага. Больно немножко, конечно, было, но нормально. Так, добываем еще больше. Ладно, ага. Я тоже тогда начну добывать. Заходим в верстак. Кактусовый верстак, Акаки. Чего? Как ты это сделал вообще? Вот так, магия и ничего другого. Теперь ставим его и заходи в него, дорогой мой друг. О, я могу верстак сделать. Да? Красава, вообще молодец. Все, у меня есть свой верстак. Отлично. А что дальше делать? Ну, а как ты думаешь, что нам нужно делать для прохождения Майнкрафта? Да по-любому инструменты. О, я могу сделать палки. Да-да-да, именно. Поэтому мне сейчас нужно будет добыть еще немножко кактуса. Ага, сюда. Слушай, у меня получилось кирка из кактуса, топор из кактуса. Жди. Абсолютно все верно. Нормально, зеленый такой. Теперь возьми эту кирку и попробуй добыть что-нибудь. Ну, сейчас попробую, например, можно тебя добыть? Нет, не только не меня. Вот, да больно, ты что делаешь? Это да нормально. Ой. Чего? Больно? Нет. Да ладно, не переживай, все нормально. Так, 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 так. Ай-яй-яй, да нормально все добывай. Ай-яй-яй, да это что ж такое? Ай-яй-яй, добывается. Ай-яй-яй, да что ж такое? А давно ты стал мазохистом, а? Ай-яй-яй-яй. А ты как думал? Как еще управлять такими кирками, если они полностью из кактуса созданы? Они прям впиваются тебе в руку. Так мы, когда держим, должны тоже получать урон, значит. Из-за того, что напряжение идет, да? То есть мы вот держим, сжимаем, бьем. Ага, я тебя понял, я тебя услышал. А что нам тогда дальше с тобой делать? Нам же нужно как-то заполнить полностью весь этот мир песком. Да-да-да, поэтому идем с тобой просто и ждем, когда у нас будет еще 1%. 5%! Стоп! Мир засыпан песком на 5%. Разблокирован песчаный доспех. Для восполнения прочности брони необходимо стоять на песчанике, Акаки. Стоп, а у меня нет брони. Подожди, может броню надо сначала сделать? Да нет, не нужно делать броню, нам нужно найти с тобой песчаник. А где песчаник? Он делается из воды, Акаки, поэтому иди срочно вниз, добывай воду. Я хотел сейчас по привычке прыгнуть туда, а потом я понял, что это самоубийство. Блин, Акаки, вода не добывается? Нет. А что делать? Я не знаю. Песчаник искать. Ищи песчаник давай. Ха. Я останавливаю воду. Я теперь не буду мыться. Ну вообще не добывается. Потому что вода тоже иссушается. Ты забыл? Мы никогда в жизни теперь воды не попьем даже с тобой. Отлично. Тогда погнали выпьем кофе. Кофе, кофе. Да. Разблокированы песчаные инструменты? Что? Подожди, какие песчаные инструменты? Это великолепно, Акаки. Это означает, что теперь мы с тобой не будем ломать наши руки, когда будем ломать какой-нибудь блок. Подожди, а песчаные инструменты... Как? Просто из песка, что ли, они делаются? Они делаются из песчаника и из кактуса. Вот только нам сначала нужно песчаник найти. Не-не-не, я сначала попробую. Может, из песка делаются? Ну, вообще-то, песчаник можно делать из песка. Берем песчаник, но сначала какие? Ставим его, становимся на него. И смотри, броня восполняется! Да! Она реально восполняется, офигеть! А каким образом? Как это вообще происходит? Вот так, Акаки. Мир из песка, ты забыл? А, да, забыл. Так, ты уже песчаник добываешь? Ну, конечно. Ну, точнее, хорошо, просто молодец. Песок. А ты заметил, что эта броня защищает нас? От чего? От удара. Подожди. Она очень-очень быстро тратится, прям очень быстро тратится. А ну-ка, ударь меня.
Прям очень быстро тратится. Чё, откуда здесь моб? О, кстати, это песчаный зомби, которого не превратить в песок, потому что он и так песчаный. Бей его, бей, стукай. Ну и все. А вот, например, курица. Смотри, она автоматически стала песчаной. Мир засыпан песком на 15%, Акаги. Смотри, что происходит. Это что за фигня такая? Стой, а что за предмет у тебя? Сейчас скажу, песчаный шторм. А у меня такого... А, нет, у меня тоже такой есть. И что он делает? А, я не знаю, но у меня такое ощущение, как будто бы эта штука и есть этот шторм. Ну-ка, подожди, подожди. А можешь туда зайти? Может, ты умрешь? Ну, слушай, на меня эта штука не работает. На меня тоже. Но... У меня появилась идея. Давай-ка подойдем к этому скелету. А ну-ка, иди сюда. Офигеть, смотри, они превратились тоже в песчаных. Да. Ну-ка, давай, попробуй. Я руки используем теперь. Опа, работает? Их засасывает как будто. Они умирают, кажись. Слушай, отлично. Ну все, я тогда пойду, пока сделаю предметы из песчаника. Тебе кирку давай, надо? Давай. Да-да-да, смотри, мне кирку, пожалуйста, топор, еще лопату мне, мотыгу мне. И нет. Еще что-нибудь можно. Нет. Ну и ладно, я тогда сам сейчас добуду этот кактус и все себе скрафчу сам. Давай, давай. Я тоже сейчас добуду очень много и все, хана тебе, понял? Понял. Так, у меня только два песчаника. В принципе, на лопату хватит. Да, песчаная лопата готова. Я тебе кирку уже скинул. Ну ладно, я тогда забираю ее. Давай, я сейчас ее заберу. Погоди, теперь урон вообще не наносится. Прекрасно. А тем временем наш мир уже заполнился на 19%. Ну-ка, я тоже сделаю тогда себе лопату. Мне кажется, с ней реально будет немножечко поудобнее, немножечко сподручнее. И да, очень быстро, кстати, добывает. Она, знаешь, она как алмазная, наверное, не? В целом, мне кажется, она как каменная. Так, все, топор готов. 9 урона у топора. Сколько? 9. Ай, это было больно? Ну, это было на 9 урона? Ну... А доверсток. Ладно, это твой, так уж и быть. На, держи кирку. И, вот, это твоя. Она использованная. Ну, ладно. Будет две. О, нет, тут зомби превратился в песчаного. Аккуратно, Акаги. Давай, гаси его, гаси. Да, я пытаюсь. Фух, все, великолепно. Так, нам с тобой нужно понять, для чего нам нужны песчаные перья. Потому что скрафтить мы из них ничего не можем. Может быть, там нужно заполнить мир еще больше? Ну, скорее всего, да. Слушай, а ты заметил, кстати, что опыт тоже как будто песчаный? Да, кстати, да. Даже не смей. Ха-ха, не сработало. Я уж думал, да. Подумал, что я моб. Ну, конечно, конечно. Так ты и так моб. С мобом перепутал. Опа, стоп, 20%, 20%, и что? О, мне написало, что теперь у Акаки мозги песчаные. Ого, а мне тоже написало. Кто написала? Девушка? Нет, Майнкрафт, он написал то, что Фиксай на самом деле какашка. Я обитаю у тебя в волосах? Ты блоха? Нет, ну ты какашку типа, ну у тебя вот какашка, что у тебя... Нет, это не какашка. А что это? Это родимое пятно, ты достал уже. Блин, всегда путаю. О, чё? Да нас телепортировала. Курица и кролику. Курочка Джек, ты что ли? Да, Фиксай, я пришел. А, Акаги, бежим в храм. Курочка Джек, она здесь, она пришла. Быстрее, быстрее, за мной, сюда. Нет! 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 Акаги, я взорвался полностью, мои вещи. Мир засыпан песком на 25%, что? Меня сейчас крипер засыпал на все 1000%. Нифига себе, нормально. Вообще нормально, я без вещей остался. Ничего, я здесь ничего вообще не трогал, вообще ничего. Так, хорошо, золотая конская броня, порох и все. А зачем нас телепортировало сюда вообще? Не знаю, но у меня руки новые отросли. Нифига себе, это что? Да я не знаю, я здесь в сундуке нашел проклятая рука какая-то, ну-ка держи. Как ее выкинь, зачем ты ее трогаешь? Она вкусная. Ладно, и чё эта штука делает? Слушай, у меня очень мало хп осталось. Давай-ка выбираться лучше отсюда. Ну давай, я только не пойму, что эта рука делает. Да я тоже не знаю. Я пошел. А меня подожди. Так, супер. Аня, что ты? Так хватит мои вещи, подбирай. Тихо-тихо, мало хп, мало хп, мало хп. Отправляйся, откуда пришел? Куда? Ну туда вниз. А, не-не. А как нам выбраться отсюда? Да... О, спасибо, подтолкнул. Ого, нифига себе, ты профессионал. Так, подожди, эта рука какая-то, она очень странная. Давай я тебя сейчас ударю, а? А, я Танос? Или мне показалось? В смысле? Фиолетовый, большой и накачанный? Смотри, что происходит. Что? Ай, я не вижу. А, они просто исчезают. В смысле исчезают? Мобы исчезают? Да, мобы исчезают, если это проклятой рукой бить. Подожди. И правда. А куда они отправляются вообще? Они как будто реально испаряются. Они превращаются в песок, Акаги. Теперь мы ходим по этим мобам. Прикольно. Вообще класс. Я сказал, шикардос. Слушай, если нас торнадо принес сюда, может мы еще куда-то с тобой можем отправиться? Давай попробуем. Давай. Опа. Так. Тихо. А что дрожит все? Тихо, нормально? Воу, все. Где мы? Мы в зиме. Погоди, что я сейчас сделал? Что ты сделал? Ты смотри, что можно... Господи, ты что сделал? 40%, я не знаю, что я сделал. Разблокирована возможность получения проклятого золота, разблокирована возможность создания песчаных крыльев. Ты видел?
Медведь. О, подожди, там здесь есть медведь. Это первое, конечно, естественно. Но ты что это вообще сейчас было? Да я сам не понял, ты какую-то фигню, магию начал делать. Ну-ка, давай сначала разберемся с этим медведем. А что, что тебе Михалыч-то сделал? Да не знаю. Что? 75%? Что? Так, мне что-то выпало. Песчаный кристалл. Привет. Песковик. Это песковик? Ну типа, да, снеговик из песка. Круто. А зачем он нам? Подожди, он может за нами ходить? Я не знаю, давай проверим. Иди. Это питомец или нет? Не знаю. Гули-гули-гули-гули-гули. Нет, не работает. Мир за собой пескода 80%, что? Разблокированное создание иссушающего солнца. Так, это, конечно, все здорово, нам теперь надо очень все много-много крафтить. Но сперва, чем мы отправимся в этот портал, нам нужно заполнить весь мир на 100%, чтобы весь мир покрылся песком. Для этого нужно будет скрафтить иссушающее солнце. Ага, и что для этого нужно? Нам нужны алмазы и изумруды, поэтому, как и твоя миссия, прямо сейчас отправиться за алмазами и изумрудами. Нифига ты быстро, конечно, говоришь, я ничего не понял, так что давай сам. Day two. Нет, ты идешь! Да я сказал тебе, ты идешь! Ты идешь! Да я иду! Да ты точнее, ты идешь! Все, все, ты сказал! Ну-ка, отправляйся! Давай, быстро, быстро! Метнись! Кабанчиком давай! Day three. Я говорю, я пойду только через твой труп, понятно? У меня не будет трупа! И к тому же, если я буду мертв, ты все равно должен будешь отправиться за ними. Так что давай-ка ты. Причем здесь это я про музыкальную группу говорю? Хорошо, давай тогда камень, ножницы, бумага. Окей, поехали! Камень, ножницы, бумага! Как? Ладно, камень, ножницы, бумага! Ты да. издеваешься? Это ты издеваешься. Это ты издеваешься. Ах, ладно, камень, ножницы, бумага. Да, тут... 70 years later. Ох, Акаки. Опять у нас выпал камень. Ладно, у меня идея. Может быть, мы вместе пойдем? Давай, так намного лучше. Только ты давай первый. Нет, ты первый. Нет, ты первый. Да нет, я сказал, ты первый. Ты первый, да ты достал. Мы с тобой сколько уже спорим? Мы целый час спорим, не можем отправиться за алмазами и изумрудами. Что, ты отправляешься за алмазами, я отправляюсь за изумрудами. Полетели. Ну, лети. А как и там нет изумрудов? Да ты чё, серьезно? Спасибо огромное, было приятно с вами иметь дело. Держите вам песчаный шторм. Так, все, я с ним разобрался, как и бегу к тебе уже. Как-то ты долговато, конечно, ну ладно. Все готово? Вот мой алмаз. Я не могу его взять в руки, он пропадет. Тогда скинь мне его как-нибудь просто. Держи. О, спасибо, пожалуйста, где в руки. Фух, слава богу. Все, давай крафти. Подожди, нам нужен еще проклятый слиток, как и. А он делается из золота. А, кстати, золото у меня есть. Как надо его выложить? А, нет, возьми его в руки, в руки возьми золото. Не кристаллизировались или это? А, это проклятые слитки. Так, и что надо? Сколько тебе? Мне скидывай давай. На. Они красивые. Отлично. Такие. Фух, ну что же, ты готов? Да. Иссушающее солнце, Акаки, которое уничтожит весь этот мир и превратит в песок. Так, он и так заполнен на 100%. А, это Акаки по-твоему 100%. Вот что даже 100%. Ладно, все, Акаки, быстрее, хаос начался, ты это видишь? Быстрее прыгай в портал! Портал, портал, портал! Здесь тоже все в песок уже превратилось! Песчаный дракон? О да, Акаки, с ним нам придется расправиться. А что ты делаешь? Слушай, ну чё есть идейка небольшая. У тебя крылья, что ты делаешь? Дорогу какую-то. А, точно, реально. Так, мне интересно узнать, проклятая рука сработает на драконе? Нет, не работает. А что нам тогда с ним делать? Убивать как-то. И как? Каком? Где он? Куда? Что с ним сделал? Я не знаю, он попал в вихрь. Да я это видел, а куда он делся? Ты тоже плашка пропала с драконом? Да, и все нормализовалось. Вон портал открылся, и здесь портал открылся. И вот яйцо дракона. Ну-ка. Его нет. А вот она. Подожди, это даже не добывается. Это песчаник, что ли? Нет, это песок, а почему не добывается нормально? Я не знаю, что произошло, но кажется, мы засосали этого дракона. Надеюсь, этот вихрь точно так же засосет все лайки и подписки. Давай тогда несколько сразу. Давай, почему бы и нет? Слушай, ну сейчас должно быть около миллиона лайков. Миллион, а надеюсь, два. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. А для вас остался Фиксай, а также Акаки, мы превратили весь мир в песок. Это было великолепно. И просто посмотри, как это потрясно выглядит. Да, это просто дискотека века. Спасибо огромное за просмотр. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока! Пока! А где ты? А, вот ты. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты перепутал, это Звездные войны. А, точно. Ну, тогда... Тын, тын, тын. Это не Гарри Поттер. Тын, тын. Давай, Гарри Поттер. Да я Майнкрафт пытался напеть. Давай, Гарри Поттер. Давай тогда еще Blinding Lights.
Вот он слепал, тело, 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 т